Чего не работаем? Так, чувак, ты чё, в чёрный список просишься? Спасибо. Утро понедельника, у вас так много тут? Про какие интрижки? Привет. Да. Спасибо. У вас звук там, скорее всего, странный. Потому что здесь очень хорошая акустика. Привет, Андрей. С настроением все отлично. Утро понедельника, но настроение хорошее, как ни странно. Не мой секретарша. Я живу в Москве сейчас. Вообще я из Волгограда. Бедра, где ты мои бедра разглядел? Еще про талию сказал. Это платье. Садил. Я еще утро не сильно шарю, я тут очень недавно, поэтому я не сориентируюсь, где это. Чего ты взял, что я секретарша? Нескратные красные ветки. Понятно. Я, кстати, с метро очень долго здесь разбиралась. Алекс, приветики. Все вообще отлично. Хоть и понедельник, но настроение на высоте просто. Ты там что, работаешь сегодня? Привет. О, базара нет. Особо не сложно, некоторые переходы только запутанные. Но мне, человеку из города, в котором нет метро, поначалу сложно было освоиться, я там разбиралась, что на какой линии, куда мне ехать. Сегодня выходной, вот ты везунчика. Как с грибами, Саша, сходили, набрали? Знаешь, грибов мы набрали немного. У нас там, может, пол ведерка лисичек было. Вот, ну нормальные такие грибы, мы их засушили. Клёвый офис. Клёвая акустика тут, да? Так,
полный рост. Ты откуда? В Москве живу. Так тихо. Ну, там за дверью громко, там люди работают, общаются. А у меня здесь, да. У меня здесь стены голые, поэтому такой звук. У меня тоже в родном городе нет метро. У меня метро есть, но там одна ветка. Пункт А, пункт Б, поэтому все просто. Я не Машуля, я Марина. Сколько извращук тут вообще просто? Здравствуйте. Сколько стоит приват? Я не оказываю услуг. Что за грибочки? Лисички мы набрали. Еще знаете, каких грибов было много? Козлята их еще называют. Болото видели, муравейник большой видели. В общем, погуляли классно. Нет, я не из Самары, я сейчас в Москве нахожусь. Дела у меня вот так вот. Какая цель в перископе? Я здесь общаюсь. Макс, приветики. Приветики. Кто ты меня лайкнул так активно? Ты, по-моему, чтобы пацанов мучиться. Что? Как всегда хорошо выглядишь. Спасибо. Ты что, тоже сегодня выходной? Ты прелесть. Спасибо. В перископе адекватных людей очень мало, к сожалению. Я их собираю на своих трансляциях. Кто ко мне часто замигает, те адекватные, кого я знаю. Вот у меня сейчас трое моих, на кого я подписана. Вы у меня в отдельном окошечке, я вас вижу, когда вы заходите. Платье? Платье. Классика. Глаза блестят. Погода сегодня хорошая. Вчера дождик был под вечер. Офис, да. Показал платье, сразу люди привалили. Думают, сейчас что-то будет здесь. Народ, как лайки шлепать? Просто по экрану тапать, лайки будут идти. У каждого человечка здесь свой цвет, сердечек. Там прям кричат. Ну да, там общаются. Супер. Сколько лет? Мне 21. Шикарно, Машка. Спасибо. У нас облака и ветер. Ой, мы сегодня так спали плохо просто. В общем, постоянно просыпались. То он меня будил, то я его будила. То еще мужик просто за стеной очень сильно храпел. Это вообще невозможно было. Шикарно, повезло, Саня с девушкой. Спасибо. Какой тебе совет? Так, не фантазируй, ничего я там не показала. Топы не работает. Странно. Когда свадьба? Не хочу свадьбу. Не нужна она мне. Мне 25, ну круто. Приветик. В Инстаграм переходите. Ссылка есть в названии трансляции. Москва. Слоник, приветик. Скоро вернусь. Я курить. Курить вредно. Привет-привет. Выходной сегодня тоже. Как всегда, тишина и покой. А у нас еще нет практически здесь никого. Понедельник. К обеду ближе все соберутся только.
на звук, да. Звук по-прежнему. Спокойно. Я постарше, наверное, наклюшу с помадой, да? Мне так кажется. Можешь улыбнуться. Это вы вдвоем такие трудоголики. Но мы стараемся вовремя приезжать. Вообще к 10 надо. Мы приехали к 11. Хорошо вам, а люди к 9 часам едут. Я раньше тоже к 9 часам ехала, но я работала в центре, поэтому вставала 5:30. Пока собраться, пока доехать, еще дорога длинная, надо еще на запас время взять, потому что мало ли что случится на дороге. Подъезд не будет. Но это не подъезд, ребят, это не подъезд, не морг, не тюрьма, это офис такой. Принц как на общение смотрит? Нейтрально. Я же ничего здесь лишнего себе не позволяю. Да, помада. Взяла его очень темный цвет на пробу. Чудесная улыбка, спасибо. Так, это что, ВКонтакте с перископа ко мне пришли? Я в этом платье хожу по городу. Я с ним приехала в этом платье, поэтому... Ваня. С помадой я тоже вышла с гостиницы с помадой, и просто я ее съела уже по дороге. Вот вы палевщики, а? Все фотографии про лайку. Круто. Может, еще одну купим? Ты когда Саша рядом не показывалась? Ну вы у меня про наряд спросили. Наряды свои я показываю. В прошлый раз я в костюмчике была, смотрели. О, такая штука, да, было вкусно. В смысле, человек в другом городе пропал. Как он может пропасть? На связь не выходит? Знакомая девушка уехала отдыхать в Сочи одна и пропала. На связь не выходит, абонент не абонент. А сколько она уже на связь не выходит по времени? ВК офлайн. 19 дней уже, как на связь не выходит в Сочи, снимала номер в хостеле недалеко от моря. Ну, модная ситуация вообще. А ты не знаешь, в каком она отеле снимала номер? 19 дней — это уже такой хороший срок. Ну, с близкими ее свяжись. Семья-то она по-любому связь будет поддерживать. Сама приезжая из Перми, Питера. Подруга жила с мамой, ее связи нет, ей 24 года, как ее искать? Ну, если с мамой связи нет, тогда не хочу тебя накручивать, но может что-то и случилось, потому что с мамой, как правило, связь поддерживают всегда. Нет, замуж не вышла. На море
мне надо загарчик, можешь вообще супер. Загар мне хорошо ложится. У меня кожа такая, она его принимает. С близкими связи нет. Серьезно все. А как ты до нее еще можешь дозвониться? Только ехать и искать в этом отеле? А ты не знаешь, да, в каком отеле она живет? Я позагорала этим летом. Вот, еще в Волгограде чуть-чуть, в Москве мы не, на пляже вообще не ходили. Модно, но мы не по моде. Нет, ну у меня смугловатый тон кожи вообще. Я просто не особо много на улице сейчас нахожусь. Я в основном или в гостинице, или в офисе сижу. А так, если не часто бывать на улице, у меня загар хорошо ложится. Делаем сайт. Сейчас мне надо еще... Наконец-то я добралась до своей статьи. Вот, кто не знает, сайт по психологии у меня есть. Хотя не знаю, сейчас набежали тут извращения, вам, наверное, психология неинтересна будет. Сайтом вас не удивишь, да? Приветики, Макс. Подписывайтесь на Инстаграм. Ссылочку у меня в названии трансляции. Вот, там будет и психология, и стихи, и фотографии. Я вообще планирую свою страничку такой универсальной сделать. У меня одна страничка будет под интернет-магазин, а вторая вот как блог такой. Вот, Макс, вот сейчас захожу, сейчас буду редактировать. Наконец-то добралась до нее. Что-то за выходные так и не залезла на сайт. Все помню, сейчас буду менять. Сегодня много дел. Вторую часть. Сейчас зайду, посмотрю на почту вторую часть. Дед. Не муж. Так, где вторая часть? Ты на почту мне присылал? У меня только один от тебя документ. А, ты его отредактировал. Ничего себе. Да ты прям книжку написал. Только единственное, что я не хочу менять от женского лица. Мне почему-то этот рассказ именно видится в мужском стиле. Чувак, ты вообще очень хорошо пишешь, ты вообще огромный молодец. Очень красиво у тебя получается. Ты не думал свой сайт завести?
Что зря? А, ты про эти? Лицо говоришь? Да, я увлекаюсь психологией. Сайт сейчас вам покажу с вами. Ссылка от not.ru. Welcome. В принципе, я изначально позиционировала как сайт для девушек больше, но я перечитала статью, в принципе, там и мужчинам будет что-то почитать. Не столько лайков летит, много. Как своего пиши? Ну, я вообще статьи, да, я пишу от женского лица, но вот именно в этой статье я почему-то хочу от мужского написать. Ну, не знаю, почему, мне так видится. Привет. Привет, видео тормозит. У всех тормозит, да? Будет время, могу на остальные статьи подкинуть мысли. Если тебе это интересно, в принципе, мы можем с тобой посотрудничать. Вот, но пока это сайт не финансовый, он пока ничего не зарабатывает, я его не рекламирую еще, он пока только в разработке. Норм, не тормозит. Звук не очень. А звук такой, потому что здесь акустика хорошая. Днем много людей. Ну да, сегодня понедельник, сегодня прям с утра прибежали. Спасибо. Видео в норме. Ну, отлично. Значит, Виталик, у тебя там что-то со связью. Вообще, Макс, знаешь, что у меня, как мне сказали еще, что концовка очень резко наступает. То есть, ну вот идет сюжетная линия, 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 и потом резко обрывается то, что у него все хорошо, какой-то плавный переход. Может, ты мне с этим переходом подскажешь, как лучше сделать? Какое у тебя видение концовки? Миллиметр. Да, есть такое. Вот я тоже, я второй раз перечитывала, я думаю, что как-то плавно надо к финалу такому подойти, что у него все хорошо. Вот, но пока еще не думала над этим, как это реализовать. Сегодня, в принципе, я думаю, я на сайт запилю еще второй свой стих, тоже авторский. Вот, и надо еще на видео его записать. Также каждому сюжету издалека заходи. Кстати, ты мне советовал, что меньше воды. Работай, ошибку допустишь. Да я сейчас своими делами занимаюсь. Мы сегодня должны телефон принести. Вот я жду. Скажем, дом все деньгами. Ты ко мне заходила уже? Не
что-то чинят там. Привет. На самом деле все не так громко, вам просто опять же слышится из-за звука здесь. Максимального везде просто звука. Как дела? Чем не там? Все отлично. Работаем. 360. Ну да, оторвалась. Землячка ты. Ты тоже с Волгограда? На права учишься. Ребят, я поступала в Волжскую автошколу, но в связи с переездом обратно в Волгоград я не закончила. Я там практически не учила ничего, я там одно занятие прошла, в принципе, деньги заплатила, все. Потом переехала в Волгоград, а потом уже с Волгограда я приехала в Москву. Вот такая у меня история. Привет. Да, это платье. Зайчик. Привет. Что за офис такой, как подъезд? Ну, тут вот так вот, что есть. Хочешь, я научу? Да я уже научилась практически. У меня там видео есть, я водила. Я сегодня еще буду водить. Сегодня, может, опять запущу транс. Я учусь. Вот, но пока я только передом ездил, мне надо еще назад научиться сдавать и парковаться. В принципе, ну... Базу такую я достаточно быстро освоила. Я позанималась, наверное, 3 раза по 5 минут. В принципе, я уже ездила. Да, я в Москве. Забираю. Так, сегодня не буду я больше свое платье показывать, потому что всякие извращенцы набегают, вам не платье интересно. Я уже выучилась. У меня фармацевтическое образование. Выйдешь за меня. На работу. Так быстро жену нашел. Вот дела. Можно боком ездить. Боком ездить. Как боком-то. В очередь. Что за мужики глупые пошли? С первого взгляда замуж зовут. Да они же не серьезно. Сейчас мужиков не загонишь под венец. У меня нет такой цели, я сама замуж не хочу. Меня звали. Я не глажу, у меня комар кусил за ногу. У нас очень много комаров было сегодня ночью. Почему больше? Уже кто-то видел, а чем шлема хуже? Так, про что ты говоришь? Про кого больше? Город Москва. Офисе. Шлема это я, если что. А, это у тебя псевдоним такой шлем. А, ты про платье все говоришь. Я тоже инженер. Я не инженер. Это имя. А полное имя какое? Первый раз такое слышу. Ой, ну это псевдоним у тебя. Это же не имя. Сколько ЗП? Давайте еще кошельки обсудим, чего уж там. Да? Показывайте все, что у кого есть. Спасибо. Ты нравишься как обычная девушка, не как психолог. Ну почему? Есть люди, которые оценили.
стараешься, пиши тебе без ошибок. А кто тут неграмотный? А, большинство. Да, пишите грамотно. Тоже не любишь часы носить. Нет, часов у меня нет. Я не люблю. У меня вот это украшение, у меня минимализм, у меня колечко. И здесь у меня знак зодиака мой, рачок. И все. Есть в палате шестой. Что? Привет, спасибо. Издалека прям заходишь. Москва. Еще один сайт делать. Сегодня планирую им заняться. Потому что бижутерия у меня лежит. Надо ее уже определять куда-то. На море в Одессу. Когда улыбаешься, красиво. Да мне кажется, улыбка всем идет. Квартиру снимаете? Нет, мы в гостинице живем. Ты не любишь евреев? Я ко всем национальностям нейтрально отношусь абсолютно. У меня отношения зависят только от характера человека напрямую. Глаза, которые гипнотизируют. Я тебя гипнотизирую. С этими евреями прицепились. Чего вы взяли, что я их не люблю? Ну хотя бы Шлёма, потому что тебя интересует мой внешний вид, а не моя личность. Приглашаю на море в Одессу. Да, сейчас бы на море было бы прикольно. Какие книги читаешь? Сейчас я больше по классике. В школе этот момент меня обошел стороной. Я как-то думала, это классик, это скучно. А сейчас вот реально я подсела на это. Эту книжку сейчас читаю, она у меня даже тут лежит. Вот, но до гранатового браслета я еще не дошла. Я прочитала Куприна Алисю. И сейчас читаю «Поединок». Есть три произведения. Вот, нравится. Из классики еще просто обожаю Асадова о Генри. Ну и современную литературу, в принципе, я тоже читаю много. Громче скажи, что тебе сказать? Я подписываюсь на того, с кем мы можем поговорить, а не чисто кто по глазу заходит. Другим глазом. Ты хочешь много детей или сколько? Я пока вообще детей не хочу. Но одного, я думаю, нормально. Если семья хорошая, в принципе, можно двух, но явно не больше. Зарубежную литературу не любишь? Скорее нет, чем да.
На карантине я прочитала около 35 книг. Ну, это здорово, если ты развиваешься. Круто, я тоже так хотела бы насчет детей. Ну, не знаю, я не разделяю стремление там наплодить как можно больше. У меня такого нет. Легко, если есть желание и возможность, то добро пожаловать. Ты про поездку, что ли, писал? Шеваль? Герменталь, даже не слышала про такое. Ребят, переходите в мой инстаграм. Вот, я его буду начинать вести в ближайшее время уже. Займусь. Ссылка в названии трансляции. Да мне он вообще сейчас не нужен. Вообще не думала это. Историю мне интересно слушать. Заскринил меня. Обязательно подпишусь. Окей. Инста у тебя открытая, Маша? Я не Маша, я Марина. Инстаграм открытый, да, заходи. Привет, Сергей. Инста заскринил. Хорошо. Приходите в Инстаграм. Я очень недавно там зарегистрировалась. Вот. Потому что, в принципе, раньше у меня была достаточно такая монотонная жизнь. Вот сейчас мне есть что показать. Мы ездим, за исключением последних выходных в связи с некоторыми событиями. Кто знает, тот поймет. А так мы ездим. Маша и Мария — это одно и то же имя. Маша. Да не Маша я Марина. Марина. Это разные имена. А Маша и Мария, да, это одно и то же. Ты много пустила, настоящий мир в кармане. Раньше все всегда удивлялись, как меня нет в Инстаграме, как я живу вообще без этого. Это нормально мне, в принципе, жилось. Сейчас у меня просто сайт уже хочется свой там опубликовать. В принципе, это хорошая для этого площадка. Психологию туда буду лить. В общем, мне по делу нужен стал. Маша — это Мария. Но я не Маша, не Мария. Я Марина. Это другое имя. Да, я Марина. Сокращенно меня можно называть Марией еще. Да, наконец-то. Привет, Волгоград, сайт ты лепишь. Да, сегодня еще один сайт буду делать. Под бижутерию. Все разобрать. Типа морская. Да, мое имя как морская переводится. Мне нравится свое имя, но Машу я не люблю почему-то. Маша не очень нравится. Виталий, какую-то ссылку прислал, я не знаю, я сейчас не смогу по ней перейти. Что ты там мне показываешь? Мариша, очень красиво. Да, свое имя я люблю. Фигура, может, русалка, Ариэль. Почему я русалка? Я не рыженькая, я темненькая. Спать хочется. Кошмар, столько спала.
мама пиво вылезла. С чего будет? Не уходи, я пойду твою инсту гляну. Пока никуда не хожу, но я думаю, я еще долго тут побуду. Кофе попью, может. Да, надо чай выпить. Сейчас трансу завершу, пойду чай пить. Отдохну. От работы. Поработали, пора и чай попить. Лучше кофе, я даже не знаю, есть тут кофе. Чай точно есть, чай пью. Кофеин вреден вообще. А, у меня есть еще эти энергетики, там в машине остались. Можно энергетику выпить. Я последний попробовала. Кстати, мне понравился персик и миндаль вкус. Прям вообще офигенно. Но он не всем заходит. Мне ничего так. С тобой так приятно болтать, легко время проходит. Ну, забегай тогда. Время, да, проходит, уже 12, офигеть. Надо делами заниматься. Сотку. В инстаграме 100 человек. Не может не радовать. В Москве временно. Да. Посмотрим, как тут перспективы пойдут. Но пока здесь. В принципе, мы не навсегда сюда точно приехали. Есть сода. Зачем сода? Есть печенье. Я с собой взяла. Поздравляю. Не хочу я накручивать. Зачем? Мне боты не нужны. Я хочу живых людей. Смысла нет накручивать. Я знаю про эту функцию. Просто для меня она максимально бесполезная. Мне для чего подписчики нужны? Чтобы я там свои стихи публиковала, да, люди их читали. Чтобы элементы психологии там были. Вот. Ботам вряд ли это будет интересно. Бестолковое это занятие, но некоторые делают. Бестолковое, да. Чего так фото мало? Потому что я только создалась в инстаграме. Деньги какие-то падают. Сайт я пока не подключала к монетизации. Он пока только в разработке. Вот когда я пойму, что я хочу показать, в принципе, уже большой, так скажем, аудитории, я займусь рекламой. Психология мне очень интересная тоже. Да, это очень интересно. Изучать людей. Мне это очень близко. Время быстро летит сегодня. Прям быстро. Время 12, а я еще не работаю. Раньше думала, что мне какая-то, а сейчас изменила отношение. Нет, это не фигня. Это очень увлекательно. Я и книги по этой части читаю. Вот, и за людьми я люблю наблюдать в жизни. Анализировать поведение.
и говорить мне об этом нравится. Парень есть. Что это? Не знаю, не слышала. Глаз у тебя сегодня нормальный, два дня красный был. Да, я, да, кстати, я что-то даже не обратила внимания. Сегодня практически нет уже красоты. Круто. Ну, я потому что капельками пользуюсь, и ночью тоже вставала, несколько раз закапывала. Ну, это не страшно, все само проходит. Давно, год. Зачем ссылка на Инс? Не хватает общения, не нужны подписчики. Я планирую заняться своим инстаграмом. Вот, там будет стихи, психология. Поэтому, в принципе, меня радует, если люди туда приходят. Кто-то там голос подает. Ну да. У нас тут весело. Так что, что заметно? Про чем мы говорили? А, то, что не работаем. Все, уже устарел, пора менять. Кого менять? Парня, что ли? Ты что? Самое приятное, привлекательное, красиво. Спасибо. Я сейчас, у меня нет плана зарабатывать на Инстаграме или там что-то еще. Сейчас моя цель — это показать свое творчество людям. Я никаких денег сейчас этого не имею. Ни сайта не подключала к монетизации, ни рекламу я туда не делала. Ничего такого нет. Какой у тебя с ним разговор будет? Что-то интересно. Да, в понедельник тут прям нормально так людей. 938 человек у меня сегодня побывало. 983 даже. Почти 1000. За сколько денег уйдешь, типа? Не за сколько. Это очевидно, никто не купит тебе рекламу с такой активностью. Ничего плохого в том, что хочешь на этом заработать. Да понятное дело, у меня Инстаграм существует неделю. Понятное дело, что никакой рекламы там еще быть не может. Ты очень привлекательная, восхищаюсь твоей милотой. Спасибо. Шлема, ты что мне деньги предлагаешь? Что за глупый вопрос у тебя? Я обрадую.
это не моя фамилия. Главное не принимать, не реагировать на эту злость, и все будет нормально. Я не говорила, сколько я зарабатываю. Зачем об этом сообщать? В принципе, деньги можно много на чем делать. То есть зависит от твоей активности. Если поднапряжешься этот месяц, да, там за много проектов возьмешься, можно очень хорошо заработать. Другой месяц ты, например, будешь лентяйничать, заработаешь очень мало. Все зависит от активности. Может, что-нибудь интересное в офисе делаешь? Скажем. Ты чё в мой кошелек лезешь, я не пойму. Зачем тебе эта информация? Мне хватает. Этого достаточно. Кто-то там злится у нас. Сегодня людей побольше в трансляции, и неадекватов тоже побольше. Ну зачем мне кричать, если люди работают за дверью? Зачем мне мешать? Привет. Да, работа хорошая. Делаю свой сайт. Отличная работа. Вы что ко мне с деньгами пристали, не пойму? Хочу ли я заработать? Ничего, на нуждающую все похоже. Целый день сидишь. Ну, как сказать? В принципе, да. Сейчас работы совсем немного. Рост у меня 1.70 м. Вот, но я ношу еще каблучки. Я люблю каблуки, поэтому повыше. Нет, у меня ничего не болит. Не переживайте за мою пятую точку. Хожу я тоже нормально. С этим проблем не испытываю. У меня выходной активный отдых. За грибами едем, то еще куда-нибудь. Поэтому все дозировано. Для организма полезно ходить 5000 шагов. Нормально мой организм ходит. Не завидуйте.
Я не болезненно реагирую, я не понимаю, зачем мне здесь предлагают. В том числе и ты. Я рада, что ты вернулся. Нет таких людей, которым нужны деньги. Конечно, их нету, но зарабатывать их нужно честным путем, а не бросать людей за деньги, которые тебя при этом поддерживают. Офис. Вот. Делаем сайт. Очень интересно человеку, сколько я зарабатываю. Очень интересно. Сатана, приветики. Жду твою редиску. И жду, когда ты мне объяснишь, почему редиска. Сегодня у тебя, наверное... Сегодня точно у тебя будет другим цветом сердечки. Язык у меня обычный язык, он даже не проколот. О, редиска. Так почему редиска-то, я не понимаю. Что во мне схожего с редиской? А, хотя, знаешь, у меня сегодня помада по цвету редиски, в принципе. Способом честным я зарабатываю. Никого я людей не обманываю. Если вы представляете что-то плохое у себя в своих головах, то вы очень глубоко ошибаетесь. Паспорт показывает. Сегодня оранжевые сердечки. Да, у тебя оранжевые. Нравится тебе сегодня такой цвет? Из фильма «Джентльмен удачи» редиска нехороший человек. Вот так значит, да, сатана? Не очень хороший человек, не считаешь? Всяких уродов полно. Смотрела фильм давно. Давно смотрела. Из советских фильмов мне очень нравится «Москва слезам не верит» фильм. В принципе, еще вот прям очень классная бриллиантовая рука. Хорошая редиска. Это как шутка, комплимент. Окей. Комплимент так комплимент. Ой, что-то я устала работать. На вкус, что ли, пробовали? Кислый или не кислый? Я, так скажем, с горчинкой. Скоро обедать поедем. Ну, ничего, один сладко. Горько. Надо перед обедом синие денежки снять, потому что наличка закончилась, а здесь только наличку.
три девушек с характером. Говорят, что мужчины любят слабых девушек, но по факту, как правило, выбирают они сильных. Такой парадокс. Ты сайт создавал на платной основе? Нет. По сайтам у нас Саша. Он хорошо эту тему изучал. Поэтому он меня, в принципе, научил всему этому. Как создавать, как редактировать. Также для меня все бесплатно. Я купила только хостинг, домен. В принципе, все. Ну и на рекламу потом еще потрачусь. Спасибо за красивую. Классно, но номер не дам. Я не прошу. Очень красивая ты лапулька. Спасибо. Ссылку оставьте на сайт шапки профиля. Про психологию имеешь в виду? Наверное, да. Наверное, надо оставить. Сколько это стоит, хост и домен? По ценам. Сейчас я спрошу, сколько по ценам, я не помню, потому что уже год назад создавалось. Сейчас спрошу. А, его тут нет. Оцените. В общем, я потом тебе скажу, хорошо? Ну, там недорого. 1500 может на все. Большой офис, офис, да, большой. Думаю, вот неплохо. Да, в принципе, наверное, надо сделать, чтобы каждый раз не показывать, как это пишется, просто сказать там в описании профиля. Вот, пока у меня там только ссылка на Инстаграм стоит. Смотри мне в глаза. Смотрю в твои глаза. Заглядываю в душу. У меня брови свои. Кстати. Почему Марис? Это мужское имя. Я не знаю такого мужского имени. У меня Марис от... Вообще-то Шэмэл, как Маришка. Но называют меня Марис. Попозже найду тебя в инсте. Окей, договорились. Что я увидела, что у тебя нет души. Да, хостинг покупается каждый месяц. В месяц я плачу за все это дело. Где-то 300 рублей, наверное, мне уходит содержание сайта. Так, вы перевернулись. Очень красивые глаза. Спасибо. Остальное чужое. Что чужое? Как это понять, нет души? Да я аж прикалываюсь, я что-то не знаю. Татарское имя. Честно, первый раз слышу. Я без задней мысли писала. Еще был Марис Торос. Ну, прикольно тогда. Глаза, как у ребенка, у меня такие же. Ты сказала, что брови свои, остальное чужое. Я просто сейчас подумала,
Короче, смотрю в камеру, думаю, хорошо же, что их не крашу. Шпагат. Давно не делала. Ладно, не буду больше. Чем, похоже, редиску хочется. Фетиш такой у человека по редискам. Спортом занималась, ну прям профессиональным спортом я не занималась. В принципе, меня, несмотря на то, что я здесь, у меня активный образ жизни. Что-то мне прохладненько стало. Я сейчас включу обогреватель себе. Холодно. Согреюсь. Стас, приветики. Сейчас пока нагреется, еще этот обогреватель. Нет, еще мне не тепло. Я его только включила. Но он у меня такой... такой огромный. Смотрите, какой. Видите? Есть дресс-код на работе? Нет, дресс-кода нет. Мне даже говорили, что я слишком официально выгляжу. Я люблю классику, просто это даже не с работой связано. Это часть моего стиля. Откуда ты знаешь, что я кареглазая? Я говорила тебе, да? Да, мои глаза карие. Это линзы. Многие говорят, что у Карины больше нет. У меня темно-карий цвет. Линзы для разнообразия просто ношу. Глаз, кстати, вообще уже практически незаметно. Покраснение. Я все знаю, вот взял и спалил. Тогда мне не такие. Нет, мне нравится цвет своих глаз. Я люблю свои глаза. Просто решила разнообразить свой стиль. Единственное, что голубые линзы я не очень люблю. Они очень неестественно, как по мне, смотрятся. Вот, мне, в принципе, их предлагали, но мне не нравится. Я взяла серый. Тебе все идут. Знаете, какие хочу, ребят? Хочу черные. Прям черные, такие чернющие. Либо красный. Буду как вампир. Но не нашла пока. Была в оптиках, не продают такие линзы. Буду бабушку пугать. Пусть знаю, что глаза красивые. Я, может быть, когда-нибудь выйду в эфир без линз. Я думаю, выйду. Или фиолетовый. Вот Сашке нравится фиолетовый цвет. Линза хочет фиолетовый. Я не знаю. Мне, наверное, не пойдет фиолетовый. Ему тем более.
Я вижу, вы периодически заходите в мой инстаграм, если получаю уведомления. По психологии фиолетовый цвет — это ненормально. Да, я знаю, фиолетовый — это цвет одиночества. Чем вы там занимаетесь? Работаем, делаем сайт. Сашка куда-то свинтил, не знаю, его нет в кабинете. Болтает, наверное, опять с кем-то. Мне сегодня должны привезти симку. Вот, мне с людьми работать по телефону. Но я не знаю, осуществится ли это сегодняшний понедельник. В принципе, симка может и не доехать. Фиолетовый или пурпурный? Что за пурпурный? Знакомая, но пурпурный. Для меня и то фиолетовый. Пурпурный потемнее. Вижу разницу. Фиолетовый светло, пурпурный темный фиолет. Не знаю, и то прикольно, в принципе. Еще нашла маджента. Он прям вообще такой к малиновому ближе. Яркий. Я недавно узнала, что есть цвет терракотовый, это ближе к коричневому. Вообще их столько. На кого я похожа? Моренго. Моренго — это серо-синий какой-то. Мне он коньяк выдает, моренго, по запросу. Нет, я думаю, с Джоли у нас точно ничего общего нет. Джоли очень люблю. Красивая и внешне, и душой красивая. Хочешь отвлечься от работы? Я отвлекаюсь. Вот. Я сейчас не работаю. Джоли не... Ой, ну ладно, не трогайте Джоли. Классная женщина. Вот ляпнуть, так ляпнуть. Тут не говорите вообще. Меня тут много с кем сравнивали. Любят люди этим заниматься. Обязательно с кем-то надо. Вот то, что мы уникальны, это точно. Каждый человек — индивидуальность. Простая, красивая, добрая, как и ты. Да, Джоли, она очень приятная. Я настолько хорошее дело сделала. Сочту за комплимент, но я так не думаю. Вы все так о ней говорите, как будто лично знакомы. Ну, кстати, отчасти в этом есть, правда. Да, вы целиком меня, конечно же, не знаете. Глаза, волосы, ротик и губы. Губы у нее попухлей, чем мои. Сколько лет уже сейчас, кстати?
Ей 45 лет уже. Она просто шикарнейшая для своего возраста выглядит. Тебе лет 20, почти в годам, мне 21. Она сделала. Наши пластики, не знаю, у нее. Ну, давайте посмотрим. Я знаю много людей, которые идут на пластику, чтобы стать на нее похожим. Загрузись. Я ее видел, но не знаком, конечно. Джоли, ты видел? Кажется, нереально. Я видел ее близко в Макао. Все не так отлично. Ну, возможно, тут фотошоп еще. Грудь, нос. Сделано. Ну да, пишет, она увлекается этим. Я спросила у... Вот я ее видел, но не знаком, конечно. Написали. Постеснялся подойти к ней. Что там, прям рядом с ней охраны не было, хочешь сказать? Там бы, наверное, тебя просто так и не подпустили. Мне посмотреть, сколько у меня подписчиков здесь в Перископе. Вообще, можно это сделать? И только самолюбивая дура может застраховать свой зад на... Серьезно, она застраховала у нас такую сумму? Прошлое, конечно, у нее мрачное. Про какое прошлое ты говоришь? Ну, кстати, да, ее не все любят почему-то. Охраны не было. Ну, уже хорошо. Спать хочется. Рядом с ней один бугай постоянно, рядом можно и пройти, но говорить не дадут. И фото не дадут сделать. Ну, я с знаменитостями так прям лоб-лоб не встречалась. Где вы их находите? Точнее, она была с детьми в прошлом, она жила с девочкой. Китаянка. Я особо не копалась в ее прошлом. Может, так оно и было. Чпок. Сатана, что ты меня отпрашиваешься? Вот любители бегать, покурить.
нет, замуж не хочу. Что там делать? Интересно. Я явно не домохозяйка. Я не могу там сидеть дома. Я хочу что-то свое делать. Некоторые девушки могут там пойти полностью, да, на содержание мужчины. У меня как бы нет такого. Я никогда ни на чем содержание не была. Почему 45? Мне сейчас 21. Почему нельзя родить там 26-28 лет? Почему 45? Я не планирую это. Я просто знаю, готова ли я к детям или нет. Сейчас я еще я не скажу, что у меня прям такая жизнь стабильная, что мне нужны дети. Я не злюсь. Шали топит. Мне здесь несколько раз писали про Джали, но ну вот в упор схожести не вижу. Сколько не рассматривала, вообще нет. Сейчас обедать поедем. Надо съездить в ТЦ денежки снять. Потому что наличка нужна. И потом пойдем обедать. В час поеду. Всякого понуха, просто бронзит обстановку. Окей. Не, тема интересная, в принципе. Вот, но каждый сам решает, когда ему это нужно в жизни. Вот ты, как тебя зовут-то, забываю. Шлёма. Какой у тебя возраст, если не секрет, и готов ли ты сейчас обзавести с детьми? Я думаю, ты явно постарше меня. Вот. И, скорее всего, у тебя нет детей. Не знаю, почему я так думаю. 28. Хватит меня тут смущать в чате тоже. Не нашел еще такое, как ты. У нас женится обычно после 30. У нас это где? В 30 жениться это нормально. Если, опять же,
если, опять же, у тебя есть база, как самый минимум дом, квартира там и какой-нибудь бизнес свой небольшой, да, чтобы ты в семье ни в чем не нуждалась. Если этого нет к 30 годам, я не вижу смысла заводить детей. Ходить по съемкам, по съемным квартирам я имею в виду, зачем оно надо? Саша точно не Брэд Питт. Это вопрос? А, ты про евреев говоришь. Ну, на самом деле, я не считаю, что есть какой-то определенный порог. Вот в этот период надо там жениться или замуж выйти. Вот этот период надо детьми обзавестись. Не знаю, я не живу какими-то установками, я просто живу. Я была, кстати, замужем. Вот, но брак очень недолго прожил. Рост у меня 1.70 м. Если в 30 мужчина не состоялся, то он уже просто... Ну, опять же, это такое утверждение хоть, что мужчина всего добивается до 30 лет. Блин, люди 40, 50, 60 свой бизнес открывали. Ничего в этом нет такого. Но если ты, конечно, будешь жить стереотипом и думаешь, вот все, мне 30 лет, я ни на что не способен, у тебя ничего не будет. В любом возрасте можно что-то сделать. Ну, если не сидеть, конечно. Я высокая. Я эти каблуки ношу. Мой 1.70 м, 10 см, наверное, каблуки. Вот. Надо работать и ни в чем себе не отказывать. Надо с умом работать, я считаю. Не упахиваться за копейки. Не называть это стабильностью. А пробовать что-то делать, ошибаться. Я считаю, вообще от жизни нужно максимум выжимать. Или из-за того, что ноги у меня длинные, да. И зачем ему в 60? Когда уже с веником надо ходить, какой ты бизнес? Значит, мы с тобой расходимся во мнениях. Я опять же считаю, что нет возраста. Есть нежелание и отговорки. Да пофиг, даже из-за копейки. Ну, не знаю, кто что себя оценивает. Только так могу сказать. Если, как бы, не знаю, человек готов там без выходных там 7:00 пахать, да, по 12 часов за 25-30 тысяч, то просто это, у тебя вот так вот жизнь пройдет, и ты поймешь, что ты не пожил, и денег ты по факту не заработал, потому что половина у тебя на квартиру уходит, половину на питание. Ты живешь просто как существо. Ты работаешь 24/7, ты кушаешь, иногда спишь. В принципе, все, у тебя не будет времени на ни на что, чего тебе хочется. Я видела бабулю, киберспортсменка, 70 лет бывает. Ну, молодец, бабулька, что в форме себя держит. Не видели, не знаю. В 60 уже нужно почивать на лаврах. Ну, да, в принципе, лучше, конечно, когда к 60 у тебя уже все состоялось, тебе можно расслабиться, как бы, и насладиться, да? Но просто не у всех, опять же, это получается. И мое мнение, что не стоит на себя ставить крест в каком-то ином возрасте. Классный стих, я даже лайк поставила. Спасибо, что оценил. Я сегодня хочу еще один добавить. Но записать я уже не успею. В принципе, здесь я его и не запишу нормально, потому что звук, сами слышите, какой. Записывать его буду в номере чуть попозже. А сегодня я думаю его добавить на сайт. Он не совсем про отношения.
Но я думаю, понравится. Спасибо за лайк. Все правильно. Работаешь на унитаз, который то не твой. Ну, по факту, да. Так, грубо сказал, ну правильно. Фотки мои есть в Инстаграме, ссылка в названии трансляции, ВКонтакте есть фотки мои. Кресте поставили другие. Да. Грубо, но по факту. До 7 мы работаем. Потом у меня, как обычно, уроки по вождению. Я сама себе их сделала. Я просто после работы люблю тут на машине покататься. После моей девушки ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видела. Ты молодец, что ставишь свою девушку на первое место. Просто умница. Ты каждый день здесь? Ну, я думаю, что я уже каждый день здесь, за исключением. Вообще в Перископе я неделю обитаю. Вот, по-моему, я один день только не транслировала. Ну, я не очень долго здесь сижу. В принципе, может, утром на часик выхожу, днем и вечером на часик полтора. Года 2-3 назад, но я ничего не транслировала, я была зрителем. Вот. Ну, потому что у меня такая достаточно монотонная жизнь была. Мне реально был дом, работа. Показать, в принципе, особо ничего. Сейчас мы хоть куда-то ездим, поэтому я тут появилась. Зоопарк недавно снимала. Там в трансляциях у меня есть. Приветик. Спасибо. 964 подписчика. Подписываюсь я, кто у меня здесь часто бывает. Я знаю этих людей. Сколько грязи тут? Да, грязи много. Ты откуда? Я приехала из Волгограда, живу в Москве сейчас. Родина Волгоград. Я устала работать. Все, хочу домой. Шлема, зачем тебе так нужна моя подписка? Скажи мне. Что ты с ним будешь делать? Целый день был я с вами, с этими обезьянами. Да, ты с нами ходил. Я тоже с Москвы. Какая прелесть. Ну, в принципе, сейчас в Москве столько людей, что ткни пальцем, да, и скажи, ты живешь в Москве. В 80% случаев ты не ошибешься. Очень много людей здесь, очень много. Платье поменяла? Ну, конечно, не в одном платье же мне всегда ходить. Ты мне нравишься.
Да, ну прикольно. На этих выходных у нас не было приключений. Следующий поедем. С какого района? Да, я не буду называть свою геолокацию, ладно? Приятно, когда такая девушка подписана на тебя. Сколько у тебя там подписчиков? 34. Вон уже сколько себя наклянчил. Я нравлюсь тебе, Мэри. Мне нравятся все, кто хорошие мне пишет. Грязи не хватает, точно. Ноги спрячь, люди смотрят. Но я как бы хожу так. Когда замуж? Завтра. Завтра замуж. Прям завтра и пойду. Между небом и землей. Мне подписчики не нужны. Много сегодня воды пью. Или мы разговариваем, док? Опять мне сообщения сами не листаются. Приходится... Где жених? Наклянчил? Ты обидный слова говоришь моему браке. Ну прости, ну просто я не понимаю, зачем тебе нужна моя подписка. Ничего тут страшного, 21 век. Я, например, на Сахалин скажу. Ну, так скажем, ближайшая от меня станция метро, теплый стан. Так, что это за помещение? Это офис. А зачем ко мне приезжать? Ко мне не надо приезжать. Встретимся, давай договоримся. Ребят, мы не будем встречаться. Действительно теплый стал. Кстати, вот сейчас как к тебе обращаться-то по имени? Нет твоего имени? Сейчас, в данном случае, здесь холодный стан, потому что я замерзла. Я включила обогреватель, но пока что-то я не ощущаю особо тепла. Шлёма, не обижайся на меня, я не со зла. Говорим о том о сём. Давай. А ты там просто сидишь или что ты делаешь? Я работаю. Я работаю. Платье свое больше не буду показывать. Тут набежали всякие, потом или вывели их отсюда. Могу вечером подъехать, погуляем. Возьми подругу, буду с другом. Не надо. У меня есть друг. Посмотрел Сашин аккаунт, чтобы мастером работать. Но он себя так позиционирует. В чем заключается твоя работа? Ну вот, написали, веб-мастерица. И телефон мне еще должны сегодня симку привезти, с людьми буду работать на телефоне. Друг красавчик. Я рада за твоего друга. У нас нет босса. У меня есть квартира в Москве недалеко от теплого стана. Ну класс, у меня пока нет в Москве квартиры. Можно только позавидовать тебе. Айтишники хорошие люди. Ну, я немного айтишников знаю.
устала, наверное. Бедняжка, может, отдохнешь? Ой, устала вообще, просто ужас. Работы очень много. Мерлин. Интересное какое название. Фармацевтическое у меня образование. Походу мы все тут работали. Ты девушка, ты молодая еще. Да. Я тоже надеюсь, что все крутое впереди. Главное действовать. Ясно, хорошо, тогда все у тебя лучше, хорошее настроение. Взаимно. И тебе компанию на вечер найти, тебе и твоему другу. Я фармацевт по образованию. Долго так сидеть нельзя. Почему? Почему нельзя? Хочу и сижу. Сейчас кушать пойду. Будет перерыв. У меня не высшее образование, у меня среднее. Фирма лекарства выпускает. Какая фирма? Не морой. У меня его нет. Стас к нам вернулся. Почему кони зовут? Это что, шумно? Общаются там люди? Что? Нет, у нас не лекарство. Если ты про это место, это не лекарство. С лекарствами у меня раньше жизнь была связана. Набрала еще до новинок. Опять не тот про Джоли пишет. Мужа бросила, почему, если не секрет? Ну, не то, что бросила. Но не было с ним счастья. Не было. Эти сферы 12 часов – это норма. У нас вообще рабочий день с 10 до 7 идет, но мы приезжаем к 11. Нет, ну есть, конечно, кто деньги платит. Вот. Но я не так это назову. Нет. Мы с Сашей здесь вместе работаем. Поэтому... Все знают. Что для тебя счастье? Счастье – это жить. И ощущать счастье самой жизни. Всего кайф ловить.
ладно, Марина, я сам себе начальник, а поэтому хожу есть, когда проголодаюсь. Хорошего дня, отличного настроения, еще увидимся, надеюсь. И тебе хорошего дня, будет время и желание, забегай. Ты со мной сейчас сходством, да, ищешь, Мари? Нет, я, кстати, встречала людей, видела фотографии, вот реально схожесть была. Там некоторые, конечно, пластические операции делали, чтобы быть похожими. А некоторые прям без операции, вот реально прям сходство есть. Что-то у меня 22 человека. И большинство из них молчуны. Сидят. Ну, в смысле, я в реале. Час дня уже. В общем, сейчас еще 6 минуточек потранслирую, пойду работать. Мне надо статью свою изменить, мне Макс присылал интерпретацию, надо исправить. Ну не Мария, ну Марина меня называйте, Марина. А так, тебе тоже удачи, продуктивного денечка, беги работать. Мне никто не пристает. Да я сейчас 6 минуточек до часу и пойду. Не знаю, может, с обедом сразу съездим, может, что-то поработаю потом с обедом. Сколько у меня там подписчиков, кто подскажет? Тысячу набрать бы. А я что, не показываюсь? Я как бы в кадре. Есть к чему стремиться. Спасибо. Скоро юбилей. Нормально так за недельку. Я думала, тут меньше людей сидит. В офисах от усталости много кофе пьют и курят. Но это не про тебя. Как ты борешься с усталостью? Я не устаю. Вот весь секрет. Чё с ним бороться? Я высыпаюсь каждый день. То есть сказать, что быт у меня дома, у меня его нету. Потому что я живу в гостинице. Как бы... Ну, там все убирается, только покушать, приготовить. И то мы с Сашей по очереди это делаем. В офисе не сказать, что прям мега много работы. Спокойно могу позволить выйти, сесть сейчас в эфир, поговорить сколько хочу. Вот. Как работа поступает, я, конечно, знаю. Мне иногда самой хочется какой-то движухи. Какая есть возможность что-то ухватить, я ее беру, эту возможность. Я могу вот его закрыть, как бы, и все. И ком закончился. Я книги люблю. Было бы удивительно, если бы это стало в таком темпе. Ну да. Это правда, было бы удивительно.
три минутки у меня до конца эфира. Я в отбой. Вечером еще зайду. В течение дня не знаю. Хоть схожести искать. Я поняла, что ты думаешь, что мы похожи. Но это твое мнение, конечно, я не буду тебя переубеждать. Вот. Да нет, я нейтрально ко всему здесь отношусь. Абсолютно ко всему нейтральное отношение. Я даже с этим, со Сморфетой здесь сравнивали. Я похожа на Сморфету. Ну ладно. С этой еще, с Гаморой. Кого еще писали? Что только не писали. Тут Мила Кунис писали, вообще ничего общего. Йеннифер с Ведьмака. Ну и Джоли раза три, наверное, тоже писали. Ладненько. Забегайте на трансляцию. Займусь я делом.